Тебе проводочек не мешает? Нет, я по-русски плохо говорить. Я... Товарищ на броневичке. Не думай. Не думай. Не думай. У Штирлица защемило сердце. Он увидел, что пастор совсем не умеет ходить на лыжах. По крайней мере, 10 лет не брал лыжных палок в руки. Ничего, успокаивал он себя. До отеля недалеко, до отеля рукой подать. Дойдет. Все будет в порядке.